Вы смотрите видео об отеле Ibis Praha Wenceslas Square. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Ibis Praha Wenceslas Square расположен в стране Чехия в регионе Прага и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. Новый комфортабельный отель расположен в 5 минутах ходьбы от Вацлавской площади, рядом со станцией метро А.И.П. Павлова. Небольшой простой отель для бюджетного размещения в ходе экскурсионной или деловой поездки. Удобное расположение, центр города, шаговая доступность основных достопримечательностей, ресторанов, магазинов. На территории отеля имеется прокат автомобилей, платный гараж на 100 мест, Wi-Fi, сейф на ресепшн, 3 лифта, бизнес-услуги, услуга пробуждения, консьерж, обмен валюты, автомат для чистки обуви, химчистка и глажка одежды платно, прокат велосипедов, круглосуточная охрана, разрешается размещение с домашними животными за док. Плату. Есть номера для курящих. Ресторан с летней террасой, бар леба, алкогольные и безалкогольные напитки, закуски, 20 мест. Закуски на ресепшн или в баре круглосуточно, круглосуточная доставка блюд в номер. В номерах есть кондиционер, телевизор, спутниковое или кабельное. ТВ, радио, телефон, фен, ванная комната с душем, туалет, Wi-Fi, план эвакуации, детекторы дыма, электронные замки на дверях, фен и утюг по запросу. Номерной фонд отеля состоит из них 4 номера для людей с ограниченными возможностями. Есть смежные номера стандарт-рум, 2 односпальные кровати или 1 двуспальная кровать, возможность док. Кровати площадь номера 16 квадратных метров. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть сауна, крытый бассейн с подогревом и джакузи в соседнем отеле Novotel Wenceslas Square платно. 2 конференц-зала, которые могут быть объединены, услуги по проведению мероприятий. Фитнес-центр в соседнем отеле Novotel Wenceslas Square за док. Плату. Для детей есть детский клуб, детская кровать по запросу, услуги няни платно. Год, когда был сделан последний ремонт, 2012. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.